просто. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Я понял. Не, вопрос сложный, я понимаю. Сложно говорить о своих родственниках, друзьях, которых грохнули в Украине. Я понимаю, чуваки. Но вам надо привыкать. Вы знаете, практически каждую семью в России, так или иначе, там, может, через второе или третье рукопожатие, коснулась эта война в виде 200-го. Скучно, наверное, живется. Очаков ТВ представляет. Командування першої стрілецької роти 3-го окремострілецького батальйону просить вас у допомозі в придбанні вкрай необхідного обладнання. Це радіостанції Моторола та комплект батарей. Це дуже вагомий внесок у піднятті бойового духу нашого підрозділу та величезному кроку до нашої перемоги. Слава Україні! Ми переможемо! Кит боится. Здрасте. Привет. Откуда сами? Я из Калифорнии. А вы? Калифорния? Я из России. Сочувствую. Почему? Ну, если ты сравнишь просто уровень жизни тупо, тогда, наверное, поймешь, почему. Зачем сравнивать тупо? Хорошо, сравни умно, давай не тупо. Это я так образно сказал. Чем работаешь? Я в финансовой сфере работаю. А конкретнее? Ну, занимаюсь оформлением кредитов на недвижимость. А, понятно. А как так получилось, что занесло в Калифорнию? Ну, потому что здесь живется лучше 10-20 раз. Вот так. А сколько английский учил? Всю жизнь учил. Mm-hmm. И продолжаю, потому что, знаешь как, совершенствоваться в языке надо всегда. Mm-hmm. А почему там Путин летает вместе с китайцем? Он не летает, он, видишь, он на этом. Mm-hmm. Его нежно, mm-hmm. нежно обнимает китаец. И говорит, нравится, не нравится, но терпи, моя красавица. А это как его? Вы из какого города? Вам честно сказать? Да, честно. Магадан. А если соврешь, то скажешь, что из Самары, да? Нет? А зачем же ты мне врешь про Магадан? Ну, мы реально, мы сами из Магадана. Я говорю, где вы сейчас находитесь? Сейчас у вас высвечивается, что мы из Самары, да. Ну вот, вы сейчас в Самаре, при чем здесь Магадан? Ну, откуда мы? Где я родился? В Магадане. Нет, где ты родился и откуда вы, это не тождественные вопросы, поэтому... Я понимаю, вы пытаетесь перекрутить. Слушай, а что вы из Магадана делаете в Самаре? Ебать, переехали. Учиться. Учиться на кого? В университете. В университетах. Ай, да, и вы студенты, что ли? Да. А на кого учитесь? Он на программиста, я на холодильщика. В университете на холодильщика ты учишься? А. И кем ты будешь старшим холодильщиком, когда выйдешь? В дипломе у тебя что будет написано? Не-не-не, это я вам коротко сказал. Там просто связано с кондиционером, воздухопроводами. Как будет написано у тебя в дипломе? Не можешь придумать на ходу, понимаю. Не-не, я не придумаю. Серьезно учусь, просто там очень длинное название, не знаю, как будет. Да, ты его не запомнил, я понимаю. Слушай, а ты программист на каком курсе? Первый. Какие языки вы учите? C++ пока что. C? Почему C? Он вообще Си называется, ты знаешь? C++. Ну, я захотел, так и назвал. А преподаватель у вас тоже его называет C++? Не помню. А, ты не ходишь на лекции, да? Почему не хожу? Ты не помнишь, как преподаватель называет? Ну, у меня первый семестр без троек, я стипендию получаю. Как я могу не помнить? Прикольно. Слушайте, так у вас бронят от армии, да, пока что? Ну, да. Да. Вы, ну,
Боялись бы, если бы вам пришли повестки в Украину, например, что бы вы сделали? С радостью. С радостью бы пошли. Но вы можете добровольно пойти, если с радостью. Да учиться хотим. То есть вы с радостью пошли бы умирать, да? Почему так сразу? Да, почему? Я бы, наверное, на Украину, а потом в Калифорнию. Там а ты знаешь... Не, ну таких, как ты, в Калифорнию не пускают. Ты знаешь, что ваших уже больше 170 тысяч двухсотых? Зависли? Двухсотых. Двухсотых. В черных мешках, знаешь, которые. Закройте. Знаешь, да? Картинку закрывает. А вам сколько лет, кстати? Ты на мой вопрос не ответил. Ты знаешь, что ваших под 180 тысяч уже в черных мешках вернулись? Теперь узнал. Вот, и ты думаешь, что ты будешь исключение, да, если пойдешь? Я ничего не думаю по этому поводу пока что. Ну ты же сказал, что да, с удовольствием бы пошел. Ну, настанет момент, если... Теперь вы на мой вопрос ответите. То ты будешь готов идти умирать, да? Ну, подождите, вы ответьте на мой вопрос. Вам сколько лет? 84. 84? Да ну. Не верю. Да ну. Ну, не веришь? А какую цифру ты поверишь? В какую? 54. 54 хорошо, поверю. Хорошо, 54. Давай так. Просто вы такой сидите, хотите интеллектуалом себя показать? Типа абсолютно не хочу себя показывать никем. Ну нет, прям видно. Конечно, вы сейчас отнекнетесь от этого. Конечно, вы это сейчас, ну, скажете, что это не так. Слушай, а вот у тебя есть знакомые, которые вот из Магадана ушли в Украину воевать? А вы опрос статистически проводите? Или да, как? Да, конечно, конечно. Я откажусь от ответа. Почему? Личные причины, то есть. А, у тебя кто-то из близких, наверное, там за 200 или его, да? Поэтому ты не хочешь говорить об этом открыто. Нет, просто не хочу говорить. Почему? Просто. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Я понял. Не, вопрос сложный, я понимаю. Сложно говорить о своих родственниках, друзьях, которых грохнули в Украине. Я понимаю, чуваки. Но вам надо привыкать. Вы знаете, практически каждую семью в России, так или иначе, там, может, через второе или третье рукопожатие, коснулась эта война в виде 200-го. Скучно, наверное, живется в Калифорнии. Как вы считаете, стоит того, что вы делаете сейчас в Украине, почти 180 тысяч ваших черных мешков? Мы делаем. Я прямо сейчас из Самары сижу и делаю. Мы делаем. Ну, ты совершеннолетний человек. И ты в ответе за свою власть. Ты знаешь об этом? В ответе за свою власть? Конечно. Ты знаешь, кто является источником... Кто является источником власти по Конституции Российской Федерации, не знаешь? У нас демократия. Источник власти – народ. Вот, народ. Ты народ или нет? Я народ, конечно. Значит, ты являешься источником власти. Значит, ты несешь ответственность за то, что делает ваша власть. Почему? Потому что ты являешься ее источником. Источником власти? Да. Но мне 18 исполнилось недавно. Ну с этого момента ты несешь ответственность за свою власть. Я ничего не сделал абсолютно во власти, в жизни нашей страны. Абсолютно ничего. А ты высказал какое-то свое несогласие, если оно у тебя есть? Или ты согласен со всем, что делает твоя власть? Конечно, согласен. Я живу вот из-за... Вот, если ты согласен, то ты, значит, соответственно, причем тут тогда это не я убиваю. Если ты согласен, значит, твоего согласия твоя власть и убивает ваших же сограждан, понимаешь? Какие ужасы вы говорите? Я понимаю, это не очень приятно слышать, но а что делать? Понятно. Давайте о другом чем-нибудь поговорим. Какая погода? Не, я тут говорю о войне. Я тут разговариваю о войне, ни о чем. Только о войне, ну или об отношениях между странами, например. Блин, давайте поговорим об отношениях между Россией и Калифорнией. Ну давай поговорим. Что, ну, какие у тебя есть вопросы? У меня нет вопросов. Вы мне расскажите. Что тебе рассказать? Да что угодно. Понятно. Если нет вопросов, я пойду дальше. Блядь. Идите. Давай.
Два дебила – это сила называется. Ну, а как иначе их назвать? Только так.